Всем хай, с вами Бульдог. Сегодня я продолжу прохождение игры Distrant 2. В прошлом видео прохождения этой игры я закончил прохождение пролога. В этом видео я начну прохождение первой главы. Давайте наберем под этим видео 10 лайков для следующего выхода... В общем, для выхода нового видео по этой игре. Ну что ж. Давайте начинать прохождение. Так, вот мы тут. Боишься, мальчишка? Да. Кто говорит? Что-то боишься темноты. Ну, посмотрите, взрослый мужик, который боится собственной тени. Повар. А ну-ка покажись. Вот он. Алло? Ну что, каково тебе во мраке? Каково потерять надежду? Кто говорит? Что? Что посеешь, что и пожнешь. Ну, отвечая на твой вопрос, я мучение. Отвалить, меня хватит. Я никуда не денусь. Может, я и кажусь поддан, но существование без меня невозможно. Я слишком долго тебя испытывал. Я сыт тобой по горло. Пожалуйста, просто оставь меня в покое. Ты мне не нужен. Совсем ничего не понимаешь, да? Без меня ты ничего не научишь. Без меня ты бы ничему не научился. Моя задача — подчинять тебе страдания. Этим я заставляю тебя двигаться дальше. Пошел на... Ты больше не причинишь мне вреда. Скоро, мой друг, совсем скоро. Ну и куда? О! Мама, папа, что вы тут делаете? Что происходит? Мы часть твоей памяти, твои родители. Мы ни разу надежды, любовь или кто-то другой. Но мы исполняем их волю. Там, куда они не могут добраться. Ты будешь во тьме, сынок. Как ты себя чувствуешь, милый? Я не знаю. Не уверен, что хоть что-то чувствую. Потому мы и здесь, сынок. Твой отец прав. Мы пришли помочь, напомнить тебе, что не все потеряно. Что есть надежда. Что-то, что за что стоит сражаться. Мы понимаем, как тяжело держаться, сынок. Я так сильно по вам скучаю. У вас все в порядке. Не переживай за нас, милый. Мы обязательно встретимся снова. Но это время еще не пришло. Дорогая, давай быстрее закончим с этим, чтобы убраться отсюда. Ты прав, милый. Кофе тут просто отвратительный. Сынок, нас прислала любовь. Ты должен быть из этого темного места, иначе оно тебя поглотит. Мне здесь тоже не нравится. Ну что же мне делать? Закрой глаза, сынок. Вдохни поглубже, это очень милый. Это свет. Йоу. Дальше. Ладушки. Это что-то новенькое. Уи, бежим куда-нибудь. Какой очаровательный домик. Интересно, кто в нем живет? Дорогой. Ты уже починил собор? Еще нет, прости. Не топись, дорогой, я пока тут пеку... Я тут пока яблочный пирог пеку. Ладно. Дорогой, я ее не узнал. Но по голосу она вроде моего возраста. Супер, значит, это было довольно приятно. Так, что это у нас? Тут наверняка нет смоток, посмотрим. Нашел. О, я же... а тут уютно. Так тихо и спокойно, мне даже нравится. Уи, я там видел дырку в забое. Так, ла-ла-ла-ла. Вот и наш молоток.
О, картошечка, как приятно пахнет. О, так вот. Так, было достаточно. Я чиню забор. Так мне понравился гвозди молоток. Вот который я уже взял. Думаю, достаточно. Никогда я бы не думал, что мне может такое понравиться. О, это же это разум. Если что, вам нужно посмотреть. Первая часть моего прохождения, чтобы понять, кто это. Хорошо проводишь время? Да, вполне неплохо. Повторюсь, конечно, но что это за место? Как же приятно увидеть улыбку на твоем лице. Ты в обители надежды. Это место – иллюзия, но оно отражает реальность. Иллюзия? Так и знал, что не могу тут остаться. Ну-ну, не надо кукситься. Я же сказал, что оно отражает реальность. Что это вообще значит? Просто оглянись вокруг. А ты не хочешь такого будущего? Разве я его заслуживаю? Я отдушил столько жизней. Слишком столько себе. Ты просто делал свою работу. Тебе нужно было лишь сменить курс. А ты принял все слишком близко к сердцу. Спасибо. Я ведь пытался. Но это все это совсем не просто. Я себя подвел. Что ж, сейчас ты на пути к восстановлению. Он не должен быть простым. Хорошая возможность еще немного оглядеться, подзарядиться энергией этого света. Он пригодится тебе в темноте. Еще раз спасибо, разум, я буду стараться. Ну и куда мне? Пойдем. Эй, ладно, я вхожу. Ой, чудесно, давай вернусь назад в плохой мир. Так, похоже, надо сохраниться. Ну что ж, я сохранил игру, чтобы это не значило. Так, кто это у нас? Ты, наверное, ищешь мистера Блэквелла. Что ж, можешь оставить свои поиски, ты его нашел. А зачем мне вас искать? Как-то зачем? Ты пришел наблюдать за тем, как я живу. Видимо, моя репутация опережает меня. Так чем вы занимаетесь? Всего ты притворяешься невежды. Что ж, я тебе подыграю. Список моих достижений весьма велик. Я храбр, бесстрашен, красив и весьма популярен среди дам. Но в чем я, Джордж Блэквелл, настоящий мастак, так это в картах. Я непобедим. Здорово быть с вами. А мне, пожалуй, пора идти. Погоди, это еще не все. Я не могу без устали говорить о своих подвигах, но ты тут новенький, не так ли? Верно подмечено. В таком случае, позволь мне кое-что объяснить. Мы немного... мы, можно сказать, что мы тут застряли. Что вы говорите? Видите этого... Ой, ёшкин кот. Видишь этого верзилу? Один лишь один из нас может уйти. И тот только на пару часов. Продолжайте. У нас с остальными договоренность. Один мы играем в карты, и победитель получает право уйти. Шанс разгадать лежащую за дверью загадку. Ну да, нормально такое дело. К счастью, я настоящий карточный мерец. Я ни разу не проигрываю по именам, именно я каждый день вхожу в эту дверь. Да, понял я, вы хороши. Как вы думаете, могу я поучаствовать? Ты против меня? Конечно, парень. Вот ему это будет. Жду с нетерпением. Ну что ж, ладно. Я не хочу затягивать это видео, так что давайте наберем 10 лайков, так как это видео все-таки покороче, чем прошлое. Я тогда пойму, что мне продолжать проходить первую главу. И, в общем, пишите комментарии об этом видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ну что ж,
Всем удачи, всем пока!